Перевести на блокчейн систему передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT, планирует Банк России. С помощью технологии распределенного реестра планируется увеличить безопасность и обеспечить максимальную прозрачность финансовых транзакций. Актуальность защиты банков от хакерских атак особенно важна с учетом того, что ряд банков, в том числе и российский Globex, стали жертвами хакерских атак через систему SWIFT. Благодаря новой системе комиссии за переводы снизятся и составят 1,5-2 рубля, тогда как комиссии за SWIFT-переводы составляют 3-5 евроцентов.